член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И примет участие в 13-й встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. Она состоится с 24 по 25 июля в Йоханнесбурге. Дипломат проведет переговоры с лидерами государств для обсуждения международных и региональных вопросов. Встреча высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности – это важная политическая платформа. Китай с нетерпением ждет этой встречи, чтобы обменяться мнениями и углубить сотрудничество с партнерами по БРИКС в области международной безопасности. Это позволит привнести немного стабильности в мир на фоне потрясений и глубоких перемен. Мероприятие также станет подготовкой к саммиту БРИКС, который состоится в августе этого года. В ходе поездки дипломат также посетит другие города ЮАР, Нигерию, Кению и Турцию, что отражает повышенное внимание Китая к развитию отношений с указанными странами, подчеркнула Мао Нин.